что, всем приветули. У нас утренняя рыбалочка. Мы с Романом на охоте. Ромик. Посмотрим, что будет. Погода ахтунг. Ветер. Но вроде бы должно все исправиться. Посмотрим, что нам принесет наша ахтунг. Выходим. Задолбали уже, Илюша, блядь, просто задолбали, блядь. Смотри, кого я поймал. Хрена себе, блядь. Это дуплет, блядь, с дрыщей. Ну, скажем, ты поверил, да? Пошел. Ты на подмотку что взял? Да, он что-то взял. Бычок. Рыбалка поймал, отпустил. Спортсмен. Поймал, отпустил. Спортсмен. Ах, конечно. Снег пошел. Снег пошел, а? По щекам лупит. Жесть вообще. Снег, блин, град.
Смотри, как красиво, фигарит. Да, да. Стоим, подождем. Лицо мне эти туда вообще не кайфово уже. Да. Задумываешься все-таки. И крыша такая, что да, и крыша была. Ну, вроде там заканчиваешься. Жесть вообще. В такую погоду девчонка в мини-юбке фигово. Бля, ходят некоторые. Да вообще зимой ходят. Ага, ладно, спина возьмет основной удар. Жесть вообще. Насколько он зарядил? Ой-ой, сейчас уйдет. Ой, убежит, ой, убежит. Я потом отпускаю, дружище. Просто трэш. Так, Илюша взял на уголек, что-то реально тяжелое. Если это не багр, а это вроде бы не багр. Надеюсь я, что это все-таки не щука, блин. Так, стой, где он? Стой, стой, подожди. Нет, сюда.
Стой, подожди. Вот, а. Ну, подстрахуй меня, да. Не торопись. Появится метровый поводок, он поэтому... Не торопись, потом под него подведешь. Вот он. Хоть уже что-то поинтереснее, бля. Ну, это уже вот полторашечка, ну, наверное. Полторашечка железная. Вот такой клыкастик. А черный уголек? Так, ну что у нас? Утро с Сергеем. Сереж, привет всем. Привет. Первая рыбка у нас. Без щелчка просто повис. Сейчас посмотрим, на лыжи выйдет. Вот тащишь, я говорю, такое ощущение, что это нормально что-то. Но судя, он вроде наверх идет. Сантиметров, наверное, 38 у него есть. 40 где-нибудь. Сейчас посмотрим. А, он там вообще, смотри, с чем. Еще и с мусором с каким-то. Нет, наверное. Так, и опять за задний тройничок. Маленький. Еще и собрал. Да, 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 да. Вообще сидит. Как он вот такой. Ну, может, после этого уже, не знаю. Нет, ну, это, наверное. Давай, давай, беги. Так, что-то я еще поймал. Идет наверх винтом, блин, ну тяжелый, жив багр. Да, багр. Багр, но он вроде такой, это упитанный. Или не упитанный. Так, еще одна рыбка, опять уголек. Да, и, к сожалению, у меня что-то с крупным беда. Ну, беда, блин. Так, это уже четвертый. Ну, этого тебя я съем, блин, еще. Это уже более-менее. Да. Ну что, у нас хвостов 5, но, к сожалению, таких вот зачетных парочка. Один хороший, другой так сантиметров 40 с лишним. Вот, остальные все такие, ну, по сути, мелкие. Поставили троны, пробуем сейчас пройти поглубже. Сейчас попробуем. Время нас еще позволяет. Полазим. Глядишь, удача нам улыбнется. В этот раз, наверное, особо без поклевок будет. Батарейки мне экономить нужно. Что-то мне 3 батарейки вышли из строя. Видно, устали. 2 только осталось.
Так что до следующей рыбки. Блин, что-то там прям... Надеюсь, не щука, блин. Так, давай отстрахуй. Вроде нормально. Не трофей, конечно, но... На сопле прям висит. Ты будешь купаться. Место здесь беспроигрышное. Ходить, 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 ждать, ждать. Прямо на сопле висит. Так. Вот такой клыкастик. И опять, смотри, с грязью. Угу. На белого ходока. Так. Не получится. Вот так отсоедини безболезненно для себя. Ну, вот такой еще один клыкастик. Это уже более-менее зачетно. Конечно, не трофей, но это уже результат. Вот он такой выручек. Трон. Представляешь, ну, да. А, ну, все, спокойно, все. Единственное, что... Все, что... Мне еще на дно тут пипало снесли. Так, опять трон. Ну, да, но не дрыщ вроде бы. Просто повис. Чтобы понять, надо... Бля, коротковато. Вот с 2.10 проще принимать. 2.10, да, принимать проще. Это парадоксально. Иногда я говорю просто вот с чем связано, понятно. Так, это вот домой. К бабушкам. Лучше прабабушку. Будет интересней. Вот так и надо ловить. Понял, что ты делал. Так, Серега взял нас что-то там на агрессор. Так, тащи, тащи. Небольшой, да? Клевет. Страхуй, нет? Нормально, проходной что-то. Хороший. Что, нормально? Ты говоришь, на нытье не ловить, блин. Я сегодня подмерз, блядь. Да вроде бы как бы, да? Не особо и холодно. Блядь, ветерочек дует. Все пруманки будут. Сейчас погодь. Да? Давай.
Эх, жизнь моя жестянка. Так, ну что, прошло это утро. В принципе, в целом оно было неплохим. Поймали мы вполне таких неплохих зачетных клыкастиков. К сожалению, конечно, в количестве не очень много, но в целом нормально. Будет видно, наверное. Вообще здоровый, хороший. Сомик на 6700. Нормально. Ну, палка, ты по голове, взяли, да?